15 водителей резервного взвода ОМОН уже второй день соревнуются между собой за звание лучшего. Среди них проходит конкурс профессионального мастерства. Участники должны хорошо стрелять, быть в идеальной физической форме и мастерски водить автомобиль. Змейка, тещин карман, горка и дворик. Для участников соревнований, сотрудников ОМОНа, до боли знакомые фигуры. Каждый из них много лет назад сдал на права. Сейчас цель не просто точно, но и предельно быстро их исполнить. Сразу на нескольких авто. Самое простое, говорят участники, пройти дистанцию на УАЗе. Лучшее время – чуть больше минуты. На грузовике, наверное, сложнее будет ездить, потому что там все равно учитывают интервалы, дистанцию. Где-то есть мертвые зоны, плохо видно. Как бы это легко и проще ездить. Но этим водителям надо уметь управлять любой спецтехникой. И эти соревнования в первую очередь проверяют профессионализм сотрудников ОМОНа. Ребята заступают и на дежурство на служебных автомашинах. И в любой момент может поступить команда, он должен сесть либо за УАЗик, либо за ВАЗ-2110, либо за Приору, а может быть и на бронетехнику. То есть он должен быть подготовлен ко всему. В том числе и управлять автомобилем на предельных скоростях. Лучшему водителю сегодняшних соревнований организаторы обещают почет и уважение. А еще набор гаечных ключей. Анна Мамаева, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича.